столица Чехословакии – Прага. Здесь в новом дворце спорта собрались на 15-й чемпионат мира сильнейшие гимнасты 31 страны. Отлично выступила в этом труднейшем соревновании чехословацкая спортсменка Чаславска. Молодая гимнастка добилась многоборья выдающегося успеха. Вера Чеславская получила серебряную медаль. Ну а золотую завоевала наша Лариса Латынина, которая вновь подтвердила свою славу сильнейшей гимнастки всех континентов. Двукратная олимпийская чемпионка стала теперь также и двукратной абсолютной чемпионкой мира. Главными соперниками были гимнасты Советского Союза и Японии. На ковре Набуюки Айхара. Опытный спортсмен отлично выполнил вольные упражнения. Неиссякаемую волю к победе в сочетании с высоким мастерством проявил на чемпионате мира киевлянин Юрий Титов. В многоборье Титов набрал наибольшую сумму баллов и впервые стал абсолютным чемпионом мира.